Депутаты фракции «Единая Россия» проверили пункт сбора елей в поселке Усово-Тупик. Любой желающий может сдать новогоднее дерево на переработку и внести вклад в сохранение экологии региона. Ели и сосны отвезут на животноводческие фермы для изготовления кормов. Стволы деревьев превратят в щепу, которая пойдет на компост для высадки саженцев в рамках акции «Лес Победы».